Всем доброго времени суток. Решил вот сделать сегодня обзор моих комнатных лимонов. В основном это сейчас вот цветет сорт Мейер. Ему уже больше за 15 лет, наверное. Немного он после перестановки помещения приболел. Листья стали желтеть, сбрасывать немного. Также и побеги молодые, непонятно, что к чему. Вот он так у нас зацвел. Может, что цветение обильное. Много-много цвета на нем. Думаю, что-нибудь завяжется. Деревце само по себе большое такое уже. Наверное, сантиметров 80 будет полностью по высоте. И раскидистая крона, наверное, тоже в диаметре также. Вот он ту зиму цвел сильно, 4 плода завязались. И эту зиму также зацвел. Запах стоит от него очень сильный. Много таких вот цветов на этом деревце. Будем надеяться, что-нибудь завяжется. Также от него я начеренковал немного материала, выкроил, так как много мелких веток было, и нащепил. Еще также буду щепить, черенковать, поэтому будет отдельное видео. Это вот лимон, также уже года ему, наверное, 3 с черенка вырос. Вот лимончик небольшой, но он отвалится, уже подсох. Тоже с улицы питания не хватало, листья желтые, никак не отойдет. Но цвести цветет все-таки тоже. И вот это деревце также малой таре прищепила, наверное, его года 2 назад. Второй год ему уже прищепленному этому. Также уже бутоны везде. И вот также черенок уже 4-й год. Так как в малых емкостях, так они особо не растут сильно. Я им не даю. Чтобы когда покупатели покупали, так посылку влезали небольшую. То придется ящик метр на метр делать. Если большое дерево такое вот отсылать. Да, уже себе вот ставил. Пускай будет еще один большой. Ну вот, после того, как теплое помещение занес, много побегов тоже молодых, красивых пошло таких. Эти я вот два, и вот этот я продаю, так как места нету особо. Этот пускай будет, на тот год пересажу его. Это также дикорос маленький, буду его щепить. С этой стороны у нас находится лимон. Это я купил для обновления сорта. Это у нас эврика. Также побег пустил уже свежий. И вот еще свежий. Будем смотреть, что за сорта такие. Это у нас монокело. Также он немного свежие побеги пошли. Вот этот у нас, что подальше, это у нас новогрузинский. Ну, он немного здесь снизу язвочка на стволе. Надо, наверное, земли досыпать, так будет пускать эти корешки, там наклевывались. А вот это у нас уже идут цитрусы другие. Это у нас апельсин. Апельсин Вашингтон Ноэл. Подвой грейпфрут. Также я в этом году покупал, почтой прислали. Сегодня его пересаживать буду. Сейчас вот уже 10 вечера, все равно делать нечего, будем заниматься цитрусами. А это мандаринчик.
Мандаринчик у нас. Каванавасы. По 2 апельсин. Его также пересажу, так как он малой емкости. Пересажу, будет расти. Этот тоже нуждается, апельсинчик, в пересадке. Уже много корешков видно на низу. Вышло. Вот здесь посветлее у нас сверху лампы. Светодиодные такие стоят с этой стороны. И на потолке я прикрутил. Здесь уже корешок был вылез. Я его обломал вот с этой стороны. Вот. Так что будем его пересаживать. Уже когда будет лето, тепло, все это дело на улице. На улице они хорошо растут. Цитрусы. Воздух свежий. Также на улице особо и перелива не боятся. Каждый день подливал он. Вот лимон этот обильно хорошо рос. Это не знаю. Думаю, зиму переживет. Вот такие вот листы непонятные. Может, все-таки перелило, может, что с улицы начал рост бурный, так все-таки резкий рост, наверное, потянул питание много. Я вот здесь почву заменил немного сверху, сколько мог. Возле края больше заменил сюда, глубже так, а здесь поверху только. Смотрел, она уже была подсохшая позавчера, вот полил. Мы посмотрим, что у нас получится. Лишь бы зиму перезимовал. Хотя с небольшим количеством листьев, того, что к весне много сбрасывает. Много вот внутриветок таких густых. Их буду на черенки выбирать, на првой. Будем развивать всего материал для роста. Ну вот, непонятно. Если цитрусоводу смотрят, подскажите, что за такое. Лист какой-то непонятный такой, желтый снизу делается. Вроде не болезнь. Вот листья сбрасывает. Кончики начинают желтеть, а потом весь лист желтый становится такой вот. И сбрасывает. Ну, это не проблема. Каждую зиму сбрасывал. Один год даже чуть не засох. Вот до сюда все было обсохшее у него. Вот старые пеньки пооставались много. Даже вот такая вот ветка обсохла, наверное, около 2 сантиметров в диаметре. Вот видно по центру кадра. Тоже высохло аж до сюда. Я все это отпилил. Вот, пережил зиму ту. Это года 3 назад было. И уже на следующий, вот в том году, уже немного я его и зимой, и листья брызгал, все, и он перезимовал более-менее, даже завязал 4 плода. В предыдущем видеоролике есть там у меня, я их срывал, чтобы питание не тянули зимой. Ну вот. Будем пересадку делать. Сейчас подготовлю я тару, все. Будем делать пересадку. Еще раз сниму цветочки. Вот отсюда хорошо получается такой вид. Очень-очень много цвета на нем. Запах, конечно, сильный. Но все помещение стоит. Помещение размером 4,5 на 5,5. Полностью запах такой резкий, приятный. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Смотрите мои новые видео. До свидания.